Дашу Мохову в ее 9 лет вполне можно назвать опытным горнолыжником. Осваивать склоны девочка начала раньше, чем научилась читать и писать. Уже 6 лет она каждый год с нетерпением ждет наступления зимы, чтобы отправиться на горку и покататься. Мне он нравится, потому что он легче, чем сноуборд. И когда я сначала начала кататься, я увидела Лару, как она тренирует других детей, тоже так же захотела. За плечами Даши победа в соревнованиях, которые недавно прошли под Нижним Новгородом. Среди девочек 9 лет она оказалась самой быстрой. Однако, как призналась сама юная спортсменка, в какой-то миг она была на грани падения. Я перенесла вес на пятки, и у меня нога передняя поднялась, на которой я должна поворачивать, и я отклонилась назад. На один из этапов городских соревнований по горнолыжному спорту приехали ребята в возрасте от 5 лет. Более 30 спортсменов старались преодолеть дистанцию как можно быстрее, показывая тренеру и родителям, чему они научились за недолгий зимний сезон. Трасса была знакома юным спортсменам, но были и свои сложности. В чем сложность? Первый раз идем сверху горы, вот с новой нашей, вернее, с этой горы спортивной. Первый раз эти детки маленькие идут. Все стараются, тренируются, работают. Ну вот я в них верю, должны все дойти до конца. Первый этап городских соревнований прошел удачно. Большинство спортсменов смогли покорить трассу и добраться до финиша. Как рассказала Лариса Караваева, главный судья соревнований по совместительству тренер ребят, финал городского первенства организаторы планируют провести на большой трассе. Вполне возможно, что это будет в Абзаково, на границе Башкирии и Челябинской области. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, СРО 24.